Здравствуйте, в эфире программа «Контрасты души», ее ведущий Александр Штан. У нас в гостях священнослужитель Бахтин Виталий Семенович. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о такой важной теме в нашем обществе, как богатство. Люди стремятся к богатству, потому что считают, что богатство приносит счастье или открывает новые возможности. Каждый человек стремится к этому благосостоянию, как называется, да, то есть хорошее состояние. То есть и для каждого человека это свои нормы. Но все хотят, чтобы их дети учились в хороших школах, ходили в хорошие кружки, в хорошие институты поступали, хорошую работу имели, зарплату. Все это стоит денег. Христиане, у них ценности примерно похожие, как и у них христиан. В принципе, мы все хотим жить в хороших условиях, иметь теплую воду, мы к этому привыкли, иметь интернет дома, иметь телевидение дома, владеть холодильником. Когда-то это было роскошь. Владеть автомобилем, ездить отдыхать на юг. Да? То есть все это зависит от того количества денег, которое мы можем освоить или заработать. Христианство как относится к деньгам вообще и к богатству в частности? Когда Бог создавал человека, еще в Едемском саду, Бог для него все создал идеально. И человек пришел в этот мир как созданный получатель, на все готовое. И Бог о нем позаботился, чтобы человек ни в чем не имел нужды. И это нормально, это правильно, и в этом воля Божия. И когда у человека есть стремление жить лучше, иметь хорошую квартиру, иметь соответствующим образом необходимые предметы, которые облагораживают его жизнь, украшают ее, эту жизнь на земле, хоть и временно она, но вместе с тем, этом есть Божий замысел. Но богатство может стать и проклятием, когда во главу угла человек ставит только это богатство и использует его для своих эгоцентричных личных целей и проявлений. Как кто-то сказал об этом хорошо. Деньги – хороший слуга, но никудышный хозяин. Когда деньги завладевают человеком, и становится хозяином его жизни, это катастрофа. Когда человек не видит нужд других людей. Рассказывает такой простой пример. Одному человеку предложили провести эксперимент. Дали ему в руки 5 рублей металлические. И он должен был закрыть один глаз вот этим... Пятаком. Да, пятаком. Он его закрыл, а другой ему сказал, экспериментатор, закрой другой глаз. Он говорит, что ты видишь? Он говорит, ничего не вижу. А отнеси, говорит, чуть подальше пятак от глаза. Что ты видишь? Вижу пятак. А еще дальше отнеси от глаза. Вижу деревья и даже вижу людей. Чем ближе деньги к глазам, тем больше они закрывают действительность окружающего мира. Ну, мы прям мира. Демонизируем деньги. Ну, такое вот ощущение, так. Что чем больше у тебя зарплата, тем тебе хуже. На самом деле это не так. Чем больше у тебя зарплата, тем тебе лучше. Дело в отношении, а не во владении. Кто кем владеет. В Библии сказано, кто кем покоряется, тот тому и раб. Этот человек становится рабом денег. Фактично, что это значит? А это значит, что человек не верит ничего, кроме денег в этом мире. Это его единственная ценность. Он не верит нужды других людей. Это его цель. И это катастрофа тогда. Потому что кто-то еще добавил, кажется, индийская пословица говорит, не тот беден, кто не имеет, а тот беден, кто желает большего. А кто желает большего, имеет намного больше, чем заслуживает. То есть на самом деле богатство – это вопрос иллюзий. То есть насколько у человека много иллюзий, да, о том, что, какое его состояние. Но я часто у людей спрашиваю, когда они говорят о богатстве, я им говорю, назовите сумму, после которой у вас начинаются деньги. То есть сумма, после которой деньги обретают смысл. Слово «деньги». Потому что если я спрошу у пенсионера, что такое деньги, она мне скажет, это деньги, ну, в два раза чем больше, чем пенсия. Для нее уже это деньги, 20 тысяч, например. Или там 8 тысяч, да? В зависимости от того, какая пенсия. Если я у молодого человека спрошу, что такое деньги, он скажет мне там сумму больше 100 тысяч. Или больше 20 тысяч. Что такое деньги? Вот это на самом деле... Это не цифры, а это тот масштаб мышления, который способен оперировать этой суммой. Ведь многие люди, мечтая о деньгах, не знают потом, что с ними делать. Вот сколько историй, когда человек получает в лотерею выигрывает деньги,
И потом он их раздает или растрачивает, или не знает, что с ними делать. И через год он становится таким же, каков был. Угу. То есть на самом деле деньги – это не количество богатства, а состояние головы, мозга. Да? То есть способности управления. Ну, да. Само по себе богатство не является грехом как таковое. Богатство не является грехом. А дело все в отношении к этому богатству. Ведь человек богатый может... Для него открывается величайший диапазон возможностей меценатства, альтруизма, да, филантропства. Пожалуйста. Это было бы здорово, если бы люди занимались этим, богатые люди. Но они этим и занимаются, но кстати. Некоторые счету, по доброй воле, некоторые по указке сверху, но в любом случае занимаются. Потому что на самом деле не в этом трудность. Проблема в том, что среди наших знакомых мало миллионеров. Это правда. Да, мало миллионеров. И мало богатых людей. В основном... среднестатистический житель нашей страны не богат. И об этом говорят сегодня социологические исследования, что разрыв все-таки существует, и он увеличивается только между самым богатым и самым бедным. Да? Понятно. Вот. Теперь вопрос у меня. Если Бог, грех не является богатством, не является грехом, то почему, есть ли какие-то законы, чтобы выйти из бедности, библейские законы? Я, конечно, не сторонник так называемого Евангелия процветания. Но зачем процветание? Хотя бы не увядание, да? То есть хотя бы, чтобы человек жил без долгов. Или там еще какие-то правила, да? Чтобы он что-то делал, чтобы ты работал. Ведь проблема христиан очень многих в том, что они считают все-таки богатство злом. И любой богатый человек для них – это не христианин. Есть секрет успеха и процветания на земле. Правда, немногие люди его используют в этой жизни. А он очень прост. Быть верным Богу приношениях. Всего лишь навсего. Бог говорит, если вы будете верны мне в ваших приношениях и той части, которую я определил для Божьего дела на земле, у вас будет все необходимое в вашей жизни. У вас будет и машина, у вас будет и квартира, у вас будет хорошая одежда, у вас будет нормальная, здоровая, хорошая пища и здоровье в том числе. А если не будет? Ведь вопрос в чем? Что любые денежные отношения с Богом, они, в принципе, тупиковые. Вот, потому что Бог настолько богат, что для Него любые суммы – это ничего. Даже история Иисуса Христа, которую притчу Он рассказывает, более 80% Его притч о деньгах, о финансовых отношениях. И Бог выступает в этих притчах как миллионер, как миллиардер, как царь. Ну, это то же самое, да, это все понятие одного порядка. То есть Бог раздает благословение под что? Под оборот. Да, то есть мы говорим о том, что Бог распределяет богатство, и потом за эти богатства спросит. И проблема в том, что с богатых Бог спросит меньше, потому что они знают, что делать с деньгами, а с бедных спросит больше, потому что они не знают, что делать даже с той мелочью, которая у них есть. Вопрос, наверное, не в том. Но так из притч выходит. Но я не совсем так я понимаю эту притчу. 25 глава Евангелия от Матфея, да? Притча о 10 девах, а дальше пошла притча о талантах в этой же самой главе. Но я немножко не так я понимаю, да, там 5 талантов, 2 таланта и 1. Тот, которому Бог дал 5 талантов, это касается не только ведь денег, это касается способностей. Я не знаю, чего это касается и дарований, в интерпретациях. В Библии написаны таланты. Талант – это серебро, так. Это деньги, реальная ценность, которая не подвержена инфляции. Бог их дает в оборот. Угу. Это о деньгах и только. И не только о деньгах. Ну, это ладно. Еще и о способностях. Вы как пастор, вы можете интерпретировать, да, как угодно. Конечно. Но давайте поговорим о том, что Христос говорит. Он говорит, что человек, найдя какую-то ценность, алмаз, продает все, что ему не нужно, покупает то, что ему нужно. Угу. Это один из христианских принципов. Да? Продать, что не нужно, купить, что нужно. Часто это сокровище. Христиане делают, продают то, что у них есть. Мы часто копим у себя дома все, что угодно. Думаем, что мы богаты, если у нас 50 рюмок хрусталя стоит, ну, которыми, да, мы никогда не пользуемся. И так далее. То есть есть ли какие-то христианские принципы превратиться из бедняка, я не скажу богатого человека, но в довольного человека? Вот я уже сказал, один из этих принципов – это быть верным Богу в приношениях и той части, которая определена им. Ну, вы говорите о десятине. Да, конечно. Об этой части написано в книге Левит, 27 главе. Об этой части раньше еще написано. Вы знаете, вот даже в Бытие написано, и когда Бытие написано. Иаков, будучи уже пожилым, да, человеком, ему было около 60 лет, он убежал из дому, будучи бедным. И Бог, и он думал, что он уже потерял все, Бог ему показал лестницу. Мы помним эту историю. Конечно. Он преклонил голову на камень, ему приснился сон. Или видение. И он встал и сказал, если я буду тем-то, тем-то, и приду, и вернусь в дом отца, и у меня будет богатство, я тебе дам десятую часть всего.
Верно. Он же не сказал, что с каждого яблока, которое я получу, я отрежу десятую часть. Он сказал, когда я вернусь в дом отца, и у меня будет богатство, я тебе отдам десятую часть. Нужно ли богатому отдавать десятую часть? Или нужно отдавать десятую часть, еще если ты не богат? И тебе не хватает сегодня на хлеб, но ты должен десятую часть отдать тому, кто, у кого есть на хлеб. Все люди ответственны перед Богом в этой части. И богатые, и бедные, и люди среднего достатка. Потому что это принцип, который Бог определил. И ведь по математике божественной, что больше, 10 десятых или 9 десятых? По нашей математике человеческой 9 десятых меньше, чем 10 десятых. Но в Божьем представлении 10 десятых меньше, чем 9 десятых. С благословением Божьим они становятся больше намного. И те люди, которые неверны вот здесь перед Богом, и которые живут только во имя богатства здесь на земле, о них хорошо Яков написал. Можно я прочту из Библии? Давайте, попробуем. Вот, да, в 5 главе здесь четко написано так. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». И дальше говорится, вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши как бы на день заклания. Вот, пожалуйста, участь тех людей, которые живут здесь, в этом мире, с одной единственной целью – собирать богатство, заниматься скопидомством. Вот так можно сказать. Да? Вот их конечная участь. Какой смысл в таком богатстве? То есть суть благосостояния, когда вокруг тебя очень много довольных людей, и ты становишься причиной их довольства. Да? Вот, это действительно богатство. То есть имеет смысл быть богатым христианином? Конечно. Но смысл наверняка в том, чтобы это богатство уметь правильно разделять, да? Абсолютно верно. Есть ли в Библии какой-то основной принцип того, как не стать атеистом, будучи богатым человеком? Потому что очень многие люди, которых Бог благословляет, в конечном итоге отказываются от Бога. Ну вот в той же 25 главе Евангелия от Матфея очень хорошо об этом написано. Следующее. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли? Или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» Царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев меньших, то сделали мне». Вот принцип. Бог любит и бедных, и богатых. Тогда в чем же суть богатства и бедности? Проблема богатых людей – использовать богатство свое в своих корыстных целях. Это проблема. Раздавать другим людям, помогать другим – в этом благословение. Спасибо вам большое, Виталий Семенович, за эту беседу. Вы смотрели программу «Контрасты души». Всего хорошего. Это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути.
мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телепрограмма «Лицом к лицу».